Вы знаете, для меня патриот – это человек, который, если он принимает какое-то решение, ну ведь все мы там участвуем в выборах, там каким-то образом участвуем в производстве, там каким-то образом участвуем в этом слове «Россия». То есть мы все россияне, которые как-то, кто меньше, кто больше, но участвуют в создании этой страны. Вот. Я хотел бы, вот для меня патриот – это человек, который действительно отвечает за свои поступки, которые он делает, и за свои слова. Вот, например, я знаю, что, там, скажем, в какой-то стране выбирают президента, и люди могут все, что угодно говорить до того, как президент еще не выбран. Пожалуйста, можно там обвинять его в чем-то, можно говорить, что он хуже, чем все остальные и так далее. Но когда этот президент выбран, то есть когда уже большинство приняло решение, что этот человек будет управлять там, даже не на уровне президента, а на уровне производства того же. Сейчас выбирают директора, выбирают там и так далее. Вот патриот, он должен понимать, что вот все, что плохого случится после того, как он свое решение принял, он за это в ответе. Он должен как бы все равно уважать свой выбор, что бы ни произошло. Потому что выбрать человека и потом поливать его грязью, там, оскорблять всячески, говорить, что он такой негодяй, подлец, ну, значит, тогда получается это плевок себе же в лицо. Потому что ты его выбрал, ну, ты должен за это отвечать. И как бы он там себя ни вел, все равно патриот, он отвечает за человека, который руководит отечеством, вот, отвечает за свое отечество и всячески должен поддерживать политику, которую страна ведет, потому что он участвовал в выборе государственной власти, которая ведет ту или иную политику. То есть любой человек достоин того политика, которого он выбирает. И тут уже ничего не поделаешь.